Народ, всем привет, с вами Бозя, это мой очередной влог. Короче, всех, во-первых, я поздравляю с каникулами, ребят, до ваших мучений осталось совсем немного, всего лишь одна четверть. А я, в свою очередь, ребят, еду к бабулечке со своей любименькой, с которой буду снимать очень-очень много интересных видосов, ребят. Боже, подписывайтесь на каналчик, ставите колокольчик. Вот, чтобы вообще не пропустить весь этот трэш, который будет с мной твориться на протяжении всей этой недели выходных. Ну и, конечно же, ребят, надо взять с собой все необходимые шмотки. Я беру свой рюкзачок, выложил из него весь хлам, оставил там только ключ для скейта и все необходимые аксессуары к нему, парафин там, ну и, в принципе, не буду даваться в подробности, если кто хочет, в принципе, тот все себе это загуглит и узнает. Я беру две кофты, к сожалению, кофта святого куда-то делась, я не знаю, ребят, вообще, она у меня была, я только что прихожу наверх, искал, полчаса потратил на поиски, говорю: «Мам, где моя кофта?» А она мне заявляет: я её не трогала, я не знаю, где твоя кофта, я не стирала ничего». Пришлось взять свою старую бенетоновскую и хук, который я выиграл на соревнованиях в Севастополе. Дальше я взял с собой три футболки, вот эта, в которой я поеду, моноапарель и футболочка с логотипом Ютуба. Дальше я взял двое джинс с собой, одни штаны, вот, в принципе, бенетон, и вторые тоже бенетон. Адидас взял с собой трико, духи обязательно, двое носков, труханы. Возьму с собой кошель, потому что там будут все необходимые аксессуары лежать. Обычно я тут с собой не ношу кошелек, но я же его купил, значит, надо носить. Зарядочка. Ну и, конечно же, компик, наушники к нему, наушники эти, powerbank, этот шнур, тот шнур для айфона и бокс водонепроницаемый и, возможно, вот эта штука будет служить мне как монопод на эту камеру. Всем доброе утро, народ. 6 часов утра. Мы уже собрали все сумки. Мама там кофе допивает, и мы выходим. Сами потом посадите. Все, упаковались. Every time that I die, I wake up when it's time to meet my maker.
приехали сейчас на границу вместе со Львом. И, в принципе, машин не очень много, поэтому я думаю, что, может, за полчаса мы пройдем эту границу. А потом нам надо еще будет на украинскую границу. И там тоже стоять где-то час, может. И потом мы дальше поедем уже в Энергодар к бабушке. Пересекли две границы, на украинском вообще были 10 минут буквально, поэтому уже сейчас 10 часов утра, и мы уже едем в Энергодар. В принципе, на российском мы стояли час, нам надо было выгружать все вещи, на украинском быстро проскочили, машин вообще там не было. И вещи не выгружали. Их даже не спрашивали, кто ты, отдали документы, и через бег не вернули. Вот, едем к бабушке опять же. Ну, я думаю, что часа через 4, может, уже у нее будем. Получается, какой-то Мелитополь мы, в общем-то. До Энергодара остался примерно полтора, ну, может, час максимум. Мы пришли похавать Мирбургер. Какой-то бургер, я не знаю, как он должен называться. У нас, блин, Мирбургер, а тут непонятное название. Какой-то кинотеатр, короче. Но цены по сравнению с Ялтой, ну, такие, более-менее уравновешенные. 50 рублей бургер. Я, короче, себе взял черный бургер, сейчас попробую. На вкус скажу. Короче, сейчас она мама заказала. Короче, какой-то комплект там взяли. Картошка, кола, там, ну такое. Сейчас, в принципе, принесут, я попробую. Спасибо большое. Попытаемся открыть этот черный бургер и посмотрим, что внутри. Я сейчас вам сфоткаю с айфона. Давай я твой покажу. Покажи свой. Вот. У Вероники еще такой более нормальный. Я сейчас сфоткаю, короче, с айфона вам то, что, короче, вот там вот. И то, что сейчас вот тут. Я вот сейчас ставил эти две картинки на видосике. Скажите, как вам, ребят, есть ли разница? Напишите в комментариях. Ну, в принципе, дело не в размере. Давайте попробуем, как он на вкус. Ну, чё? А с чем он? Ну, я скажу, неплохой, ребят, очень вкусный. Дай кусок хлеба в рою, оторви его. Он выглядит, как будто уголь. Смотри, черный хлеб. И какой-то неандерталец. Обычно. Угу. Краситель добавили. Там вот свежий огурец лежит. Приятного мне аппетита!